22 февраля свой день рождения отмечает Вячеслав Зайцев, импозантный мужчина с улыбкой на лице. Именно он стоял у истоков русской моды. Его имя знают гранты высокой моды. А узнают ли его наши модники и модницы? Да. Ведет модный приговор в России. Да, это с России. Не знаю, как его зовут. Не знаю. Первую коллекцию, состоявшую из ярких телогреек, цветных сапог и юбок, сшитых из павлопосадских платков, Зайцев придумал для работниц в 1963 году. В то время он работал художественным руководителем экспериментальной технической швейной фабрики в городе Бабушкин, куда попал по распределению после института. После бурного обсуждения коллекция модельера была отвергнута методическим советом. Зато вскоре ее опубликовал журнал «Пари Матч» с заголовком «Он диктует моду Москвы». В 1982 году Вячеслав Зайцев стал художественным руководителем Дома моды. Спустя 6 лет его избрали директором. Позже Дом моды стал первым в стране Дома моды европейского стиля и получил имя Вячеслава Зайцева. Французская пресса окрестила Зайцева «красным Диором». Вячеслав Зайцев был женат на Марине Владимировне Зайцевой. Брак закончился разводом. У него есть сын Егор, который тоже стал дизайнером, а также внучки Маруся и Настя. Зайцев является почетным гражданином сразу двух городов – родного Иваново и Парижа.